Мы возвращаемся к теме о взрыве на Ришельевской 60, который, напомню, прогремел минувшей ночью. Александр Полуев расскажет все подробности об этом. Ришельевская 60, клуб «Либерти». К дверям этого полуподвального помещения неизвестный бросил гранату. Соседи говорят, взрыв произошел около 4 утра. Осколки повредили дверь и посекли стену. Телесные повреждения получил один из сотрудников заведения. Обследован, произведена первичная хирургическая обработка и амбулаторно отпущен домой. Что было? Ссадины нижних конечностей, ушибленная рана левого бедра и правой голени. По словам правоохранителей, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Квалификация данного происшествия по части 1 статьи 115 через статью 15 Уголовного кодекса Украины – покушение на убийство. Предварительно, как отметили специалисты взрывотехники, это осколки боевой гранаты РГД-5. Те фрагменты, которые найдены на месте происшествия, в данный момент находятся на экспертизе. Соседи говорят, заведение, где произошел взрыв, было специфическое. Сексуальное меньшинство такие взгляды. Поэтому он такой, да, особенный, но честно, он не кричащий. Он на себе не орел. Поэтому посетители эти никому не мешали, кроме друг друга и кто-то там. В десятки метров от места взрыва на тротуаре появилась надпись на украинском с многочисленными орфографическими ошибками. Семейные ценности по перше, якобы от имени правого сектора. Активисты пока не прокомментировали эту информацию. Александр Полуев, Константин Лужневский, Алексей Барановский, 7 канал.